Валерий Бериашвили – один из хедлайнеров фестиваля «Джаз-весна» в Самаре. Ее музыка – это грузинские песни в оригинальных джазовых обработках. Поклонники певицы сравнивают ее голос с выдержанным грузинским вином и крепким черным кофе. Сама Этери всегда рада приезжать в Самару, где, по ее мнению, очень достойная публика, которая заряжает самыми приятными эмоциями. Каждый раз встреча с очень подготовленными, на мой взгляд, слушателями всегда дает тот самый адреналин, тот самый заряд, ради которого, собственно, мы и служим музыке, ради которого мы, в общем, остаемся в профессии. Фестиваль «Джаз-весна» в Самаре 2021 прошел уже в 10-й раз. Музыкальный праздник собирает лучших российских представителей этого направления. Сам фестиваль – это не только концерты. Артисты также дают и мастер-классы для студентов Института искусств. Но все же самая интересная часть – это джемы, когда музыканты раскрывают всю палитру джаза через свои импровизации. Джем-сейшн – это то, как музыканты играют для себя. Вы услышите то, что музыканты делают уже не обращая внимания ни на кого. Они это делают так, только так, как они хотят, и никак иначе. А для многих это бывает неожиданное зрелище. В течение всего фестиваля, филармонии, выступления артистов в фойе сопровождает выставка картин, написанных художниками под впечатлением от джазовых мелодий. Как отмечает художественный руководитель Даниил Крамер, живопись еще с советских времен была неотъемлемой частью джазовых концертов, потому что энергетики двух искусств отлично дополняют друг друга. Мария Ильчан, Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.